Анна ни трепка не выступит в театре «Ла Скала», а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения. И это стало настоящим шоком для всех поклонников Примы. Знаменитость не стала отмалчиваться и раскрыла все причины происходящего с ней. Дело в том, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они недостаточно дистанцировались от операции России. Певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта. Сейчас неподходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать. Также чуть ранее представители театра заявили, что певица пропустит спектакли, которые были запланированы на 9, 12, 16 и 19 марта из-за болезни. В культурном учреждении заверили, что нетрепка уже давно не была на репетициях. Светские хроники тут же выдали новость: нетрепко придется платить театру неустойку из-за сорванного контракта. Но Анна вышла на связь и заявила: «Я здорова, но не приеду». Все это неправда. Нетрепко заявила, что не собирается никому ничего выплачивать. «Пожалуйста, не несите ерунду. И так тошно, ведь никто меня не увольнял. Я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным. Ну а мой муж Юсиф Эйвазов сейчас находится в Ласкало и готовится к своим спектаклям». Также она подтвердила, что Баварская опера действительно разорвала с ней контракт из-за того, что Анна выставила фотографию с Гергиевым. Ну а мы на этом прощаемся и ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.